Около 3 лет займет строительство нового металлургического комплекса в азербайджанском городе Сумгаит. За этот период будет открыто 4000 новых рабочих мест. Примерно половину производимой продукции планируется направить на экспорт, в частности в Иран и Турцию. Соглашение по реализации проекта в рамках мероприятия развития металлургической промышленности «Новые вызовы и цели» в Баку подписали итальянская Даниэле Кофицина Механичи и азербайджанская Баку Стил Компани. Проект в первую очередь направлен на диверсификацию национальной экономики. Он полностью отвечает государственной программе развития азербайджанской промышленности на 2015-2020 годы, а также принятой стратегической дорожной карте по развитию азербайджанской экономики. Новый комплекс внесет свой вклад в развитие тяжелой промышленности Азербайджана, в том числе машиностроения, заявил в свою очередь вице-президент компании «Баку Стил Компани» Рамин Керимов. Реализация проекта, по его словам, является индикатором состояния бизнес-климата в республике. На сегодняшний день новый металлургический комплекс – это самый крупный инвестиционный проект в ненефтяном секторе экономики Азербайджана. Привлечь иностранных предпринимателей в немалой степени удалось благодаря благоприятному бизнес-климату, созданному в республике. Сегодня в Азербайджане есть заводы металлоконструкций, функционирует судостроительный завод. Металлургическая продукция ввозится из-за рубежа. После сдачи завода в эксплуатацию мы сможем изменить эту ситуацию. Покрывая потребность внутреннего рынка, мы сможем также производить дополнительную продукцию на экспорт. После сдачи комплекса в эксплуатацию работы здесь будут обеспечены более 1000 человек. В настоящее время рассматривается вопрос подготовки специалистов для предприятия в профессиональном учебном центре Сумгаитского химического промышленного парка. Илькин Шафиев, Талих Махмудов, CBC.